spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня у нас в обзоре серия безинерционных катушек Акума Inspira. Данная серия состоит из 4 моделей, имеющих одинаковое передаточное число 5 к 1 и весом от 184 до 262 граммов, в зависимости от размера. Все они имеют современный дизайн и неплохие рабочие характеристики. Давайте поближе их рассмотрим на примере данной модели Inspira 20R. Облегченный корпус Body Armor изготовлен из графита C40X. Это дает прочность и легкость одновременно. Внутри расположена высокоточная эллиптическая передача, имеющая патент в нескольких странах, которая обеспечивает плавность работы механизма, увеличивая общий срок эксплуатации катушки. Также в катушках применяется второе поколение системы балансировки ротора под названием RES-2. Этот размещенный на роторе груз рассчитан при помощи компьютера и позволяет добиться плавного вращения, а также компенсирует излишние вибрации. Для надежной работы всего механизма в катушках используется 9 подшипников из высококачественной стали, 8 из которых антикоррозийные шарикового типа и один роликовый. Чтобы ротор не имел возможности проворачиваться назад, реализована система мгновенного антиреверса. Перфорированная точеная шпуля изготавливается из анодированного алюминия. Это делает ее очень легкой, без потери прочностных характеристик. Тормозное усилие на передний фрикцион составляет от 3 до 6 кг и зависит от конкретной модели. Внутри имеется система гидроблок, состоящая из резиновой прокладки, не пропускающей внутрь воду и грязь. Для удобства катушки снабжены рычажком реверса, при переключении которого ручка вращается в обе стороны. Эргономичная ручка имеет удобный кноп из EVO. Чтобы избежать поломки ручки при транспортировке, ее можно ослабить винтом и прижать к корпусу. При необходимости можно переустановить ручку на противоположную сторону. В комплект также входят запасная шпуля и несколько шайб, с помощью которых вы сможете отрегулировать намотку шнура. Осталось лишь добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.